Особое внимание горожан, в частности водителей, полицейские сегодня обращали на кражи из автомобилей. С начала года в областном центре таких преступлений зарегистрировано около 130. И, как показывает практика, в большинстве случаев потерпевшие забывают сумки, ноутбуки на переднем сиденье, не соблюдая элементарные правила безопасности. С начала года в городе Актюбе участились кражи чужого имущества. В связи с этим хотим обратить внимание жителей города на кражи ценных вещей с автомашин. Зачастую данными преступлений является халатность водителей, которые оставляют ценные вещи в автомашинах. Это сотовые телефоны, барсетки и ноутбуки. Такие акции в эти дни проходят в многолюдных местах областного центра, на вокзалах, во дворах многоквартирных домов и на рынках. В основном кражи из автомашин совершаются в темное время суток. Из автотранспорта, стоящего возле жилых домов и неохраняемых строений, и не имеющих сигнализации. Универсальные полицейские проводят и профилактические беседы, рассказывая гражданам о необходимости своевременного обращения в полицию. Этот фактор увеличивает шансы на раскрытие по горячим следам. Самый распространенный способ совершения кражи из автомобиля – это свободный доступ через незапертую дверь или окно. Однако проникают преступники в автомобиль и другими способами. Разбивают стекла, подбирают ключи, ломают запорные устройства. Как свидетельствует статистика, из автомобилей чаще всего похищают автомагнитолы и аудиоколонки. Нередки случаи краж колес, автозапчастей, мобильников и других ценностей. Лиза Сакиева, Алексей Уразов, программа «Факт».